Думает об Амрите известная латвийская певица Ольга Пирокс. Ну, я вообще года два назад впервые увидела этот коллектив, и надо сказать, что мне очень понравились и танцы, и манера, так сказать, вот в том стиле, как, в каком работает этот коллектив. И я как бы знаю, что Диана будет петь, понимая это, и понимая то, что на сегодняшнем, в сегодняшнем времени нужно обязательно, кроме пения, иметь хорошую фигуру, уметь двигаться, танцевать. Поэтому, конечно же, я мечтала о том, чтобы Диана тоже где-то танцевала. Но и не просто где-то, а в таком коллективе, который, конечно же, подходил к ее жанру тоже, то есть к эстрадной песне. Ансамбль «Амрита» танцует. Сегодня их время, их песни. Поэтому шире круг. Материал подготовили Ирина Прохорова, Сергей Мальцев и Анатолий Репша. Танцуем, шире сердце, шире.